Жителям деревни Постояновка новый фельдшерско-акушерский пункт был необходим как воздух. Старое здание давно пришло в негодность, и оказывать медицинскую помощь в таких условиях было катастрофически сложно, особенно зимой. В 2007 году здание больницы было закрыто, был отключен газ, было у нас только электричество. Топились мы электричеством. Люди могут прийти раздеться зимой, вообще в основном не приходили, потому что было холодно. В основном мы обслуживали население по домам. Но теперь люди могут спокойно прийти. Полноценно свою работу ФАП начнет уже этой осенью. Первый современный фельдшерско-акушерский пункт в Тимском районе открылся еще в сентябре прошлого года. Сейчас там успешно ведут прием пациентов. Прием хороший, на процедуру очень много ходит людей. Головные боли, хондрозы, артрозы в основном. Так. Дети приходят, патронажи делаем. Детей маленьких вот много, сейчас осталось трое до года. А так было 11, уже все повыросло. Положительные изменения коснулись не только ФАПов. В Центральной районной больнице недавно отремонтировали детское поликлиническое отделение. Здесь принимают порядка 1600 детей. Ремонт проходил в течение 3 месяца. Что-то мы перепланировали, что-то переделали, поменяли окна, двери. Немедицинское оборудование было закуплено в прошлом году. Вот вы видите, да, все уже расставлено, все функционирует. По госпрограмме на ремонт отделения ушло порядка 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, планируется еще закупить новое медицинское оборудование. Ксения Дегтярева, Алексей Еременко. События дня.